ребята, как же без них. А это что, этим рассказали про мороженое по закону? Ты что? Ты хочешь делговать, а не куда-то приезжать, да? Для тех специально, кто решил, что это, в общем-то, и все, я специально сообщаю, что это только колонна, которая выступает под флагами левых движений. За час до начала официального митинга, который, ну, официального, насколько это, основного митинга, который... начнется, по-видимому, через примерно 15 минут возле памятника Ленину. И многие люди пришли непосредственно туда, я так полагаю. А это только их некоторая часть. Какая часть, мы узнаем чуть попозже, когда пойдем туда и посмотрим. Вот, ну это конец колонны. Я оцениваю численность этой части митингующих, ну, где-то в 2000 человек, может, 2500, я не знаю. Мне сложно по-прежнему так понять, на взгляд. Все. Значит, наверное, продолжу я от памятника Ленина уже. Ну вот лозунги «Референдум», там «Харьков, вставай, Бандеру прогоняй» мы уже слышали. Это классическая кричалка. Закономерно, что она звучит сегодня, 1 мая, в Харькове, день международной солидарности трудящихся.